В среду зампред правительства Александр Фомин посетил город Рудники, чтобы проверить ход ремонтных работ в домах, участвующих в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дом на Шагово-19 участвует в программе в основном благодаря активности своих жильцов. Собственники самостоятельно сделали косметический ремонт и заменили дверные блоки подъездов, а также обновили водопровод. Ну а в качестве своеобразного бонуса по программе фонда была капитально отремонтирована кровля их дома. Знаете, когда я залезла на крышу, первый раз увидела, я была в шоке. Она была вся в дырах. Одни были заплаты. В течение 10 лет нас мочило, нам латали крышу. Жители жаловались, ругались. Но сейчас нам сделали крышу хорошо. Мы каждый день контактировали с бригадой. Они работали с 8 до 8 вечера, без выходных, без праздничных дней. То есть мы довольны, как нам сделали крышу. Вторым объектом инспекции зампред тоже остался доволен. Этот дом образцово-показателен во многих смыслах. Он участвует аж в трех программах фонда сразу. Во-первых, на асфальтирование придомовых территорий были выделены средства из областного дорожного фонда. Местная детвора уже по достоинству оценила ровные дорожки. Также в доме установлены колонки индивидуального отопления. Деньги выделены правительством области для того, чтобы уйти от нерентабельных старых котельных. И жители сегодня, ну, я даже понимаю их слезы радости, потому что, во-первых, они в разы будут платить меньше за тепло, во-вторых, они получили другое качество жизни. В любое время у них есть горячая вода, и в любое время года они могут включить отопление, если на улице похолодало. Крыши делают по программе 185-го федерального закона по сотрудничеству Ивановской области с фондом реформирования, содействия реформированию ЖКХ. То есть вот реально все, что происходит в сфере ЖКХ, здесь собрано как бы в одном месте. Рудники участвовали почти во всех программах фонда. На сегодняшний день капитально отремонтировано уже 152 многоквартирных дома. Рудниковский муниципальный район уже участвует в пятой заявке, участвовал в пятой заявке по капитальному ремонту многоквартирных домов. Четвертую заявку мы уже завершили в полном объеме. Не так давно прошли торги по пятой заявке, это 28 многоквартирных домов по всему району. Работы уже начаты, в частности, вот по этому дому, где мы сегодня с вами побывали. Мы уверены, что до конца октября месяца мы объемы работ сделаем. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.